Здравствуйте! Сегодня я приготовлю запеченный молодой картофель. Молодой очищенный картофель среднего размера залью кипятком, подсолю и отварю до готовности. В миске смешаю 4 столовых ложки оливкового масла экстра виржин, 2 столовых ложки соевого соуса, пол чайной ложки сушеного чеснока и чайную ложку меда. Готовый картофель перекладываю на противень и раздавлю каждый картофель мялкой. Сверху присыплю сушеным розмарином и полью соусом. В разогретую до 200 градусов духовку ставлю противень на средний уровень и запекаю 10 минут. Такой картофель можно подать в качестве гарнира или как самостоятельное блюдо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, делитесь с друзьями. С вами была Ирина Подолян на канале «Приятного аппетита».